Всем привет! Сегодня мы устроим массовый побег из тюрьмы. И как нам это сделать? А все просто, нам поможет в этом Бату! Медик! Кажется, мне еще нужен отбойный молоток. Дружище, принеси отбойный молоток, а? Только сегодня и только сейчас не упусти свой шанс посмотреть на закопанного человека в асфальте. Чем больше народу, тем больше я заработаю. Ты чё, офигел что ли? Вытащите меня отсюда! Бэкст! Он там! Быстрее туда! Ребята, самое главное в побеге, это чтобы нас никто не заметил. Нужно втихаря просто сделать подкоп и сбежать из этой тюрьмы. Он тут! Быстрее сюда все! Ух ты, Бэкст! Привет, Бэкст! Привет! Да. Всем привет, ребят, я тут как бы сбежать пытаюсь. Оу! Валим! Парни, подождите меня! Всем стоять на месте, это полиция! Замрите, или я буду делать тра-та-та-та-та! Я вынужден это сделать! Вы арестованы, вы все арестованы! Выходите из машины, пожалуйста! Вы тоже арестованы, мистер! Проходите, пожалуйста, за решетку! За нами прилетел вертолет! Наконец-то мы отсюда выберемся! Ща, ребят, я в туалет по-быстрому сбегаю! Подождите! Водил, у нас тут как бы сирена и копы бегают! Все, господа, поздравьте меня с облегчением! Я тут, мы сейчас будем взлетать! Да неужели, ты шутишь, наверное? Всем сесть на места и пристегните ремни! Уходим! Ой, блин, кажется, нас подбили, катапультируйтесь! Ох уж эти воробушки! Эх, воробушки, если чё, я воробушек, я слился с массой, я птица, так что по мне стрелять нельзя. Вижу, Бэкста, готовимся его принимать и валить из тюрьмы. Привет, ребят, там немного все пошло не по плану, там, как бы, прикиньте, вертолет бомбанул, так что пришлось импровизировать. Бэкст у нас, едем на базу. Ребят, вывожу людей, готовьте коровий пикап. Вас понял, коровий пикап на месте. Гоу, ребятки, быстрее. Эй, чуваки, подвиньтесь, мест мало. Жирные кабаны. Все, погнали. Ох уж эти багидристы. База, прием, направляемся на базу 2. У вас понял. Нужно заехать в амуницию, взять пару пушек, у меня вообще нету ничего. Бэкст, я забыл починить тормоза, так что тебе придется выпрыгивать на ходу. Мне не привыкать. Вот, блин, вертушка! Это полиция тюремной зоны 201. Немедленно сдайтесь, или по вам откроется огонь. Ага, размечтались, а мякушки вам на лопате не подать. Бэкс, ты где? Лучше не высовывайся наружу, там дофига копов. Где здесь туалет? Мне приспичило. Не беда, прорвемся, и не из таких передряг выбирались. И где все? Я никого не вижу. Справа коп был. Ха-ха-ха, один коп на такую толпу, он не жилец. Бэкст, прием, нужно срочно возвращаться на базу, пока не прилетела еще куча копов. Ребята, все по тачкам и валим на базу номер 2. Чур, я на коровьем пикапе еду. Я на коровьем пикапе хочу. Поехали, а то нас сейчас тут разорвут. Ну что, господа? Вся банда в сборе, ну практически. Двое ящеров едут со мной на пикапе, все остальные по другим тачкам рассаживаются и едем грабить банк. Динамит установлен. Заходим, ребятки, не стесняемся. Копы уже внутри. Кто взял полную охапку денег, начинаем выходить. Прикрываем выходящих, ребят.
Ребят, нас повязали, уезжайте без нас. Теперь копы патрулируют тюрьму с высоты. Охраняют нас, боятся, что мы убежим. Но я сделаю вот так, хопа! Запрыгивай к нему. Интересно, он нас палит или нет? Опс, кажется, нас потери. Эй, дружище, хочешь, я тебя вывезу? И как давно ты знаешь, что я тут сижу? Если бы я хотел, тебе вертолет не сел. Ты чё задумал? Вылази. Мне для полного плана не хватало одного арестованного, и ты будешь как раз им. Ты чё, коп-еврей, что ли? Я буду на тебя жаловаться в Европейский суд. Никуда ты не будешь жаловаться. Меня вытащили наконец-то из этой тюрьмы, и мы направляемся грабить ювелирный магазин. Знаете, бывают такие моменты, когда коп приезжает и думает, сейчас разрулит обстановочку, тут хопана, и его встречают. А ну вылази из машины! По-моему, он не собирается из нее вылазить. А может, снимем ему колеса, а? А я уже снял. Чуваки, он там, по-моему, чипсы жрет в машине. Да, похоже, ему вообще пофиг. Ювелирка открылась! Быстрее в ювелирку! Хорош уже копа мучить, быстрее в ювелирку, а то она закроется. Бегу, ребят! Ну чего вы тут морожитесь, пропустить меня? Дайте... Шикарно, блин! Ёкушки-воробушки, приехали грабить ювелирку. Не получилось с ювелиркой, тогда надо хотя бы заправку взять. Добрейшего вечерочечка вам! Будьте добры, очистите кассу. Что? Ты чё? Грабишь меня, что ли? Моржовый кот. Как очундра ты. Да я таких, как ты, знаешь, дрыхмых пыхтых чё делал. Да ты страшный тип. А то, я сейчас крокозявлю на тебя наваяю, понял? Вали отсюда. Спасибо за деньги, только это, крокозяву не ваяй, пожалуйста. Чеши рисками своими отсюда. Странный тип. Я вообще-то всё слышал, у меня тут громкослышатель стоит, бородатое твое лицо. Чтоб я тебя здесь больше не слышал и не видел, гномочка ты. Какой он жуткий, а псих этот надо будет его как-нибудь подорвать. Настал тот день, когда я наконец-то куплю себе мотоцикл. Я сейчас еду на встречу, где мне его продадут. Ох, какой же он прекрасный. Двухколесный мотокросс. Ну чего, почем отдашь? Для тебя 150 тысяч. Ох, кошки-мошки. Тихо, я пошутил. За 35 отдам. О, за 35 беру. Кайфушечки, какой же он классный. Тормозов, если чего нету, тормози ногой. Отлично, как я люблю. Остановите ваш мотоцикл, его необходимо досмотреть. Да я его только купил, вы что, офигели? Остановитесь, либо мы будем вынуждены конфисковать ваше транспортное средство. Конфисковать? Размечтались, вы меня вначале догоните. Прибыли к месту назначения, бан города. Удачи! Стой на месте, я тебя арестую! Фига тебе! Какой неубиваемый, попрыгай, блин, попался! Оу-е! Итак, ребята, давайте в этот раз сделаем все гладко и хорошо. И надеюсь, что сегодня у нас никто в тюрьму не попадет. Да, давайте так и сделаем, всем удачи! Ну чё там, хакер, двери взламываются? Ага, всё огонь! Копов пока нет, ребят, погнали! Перемена, ребят, перемена! Тупица какая перемена, мы банк грабим! О, блин, я думал, это срока! Так, ребята, не расслабляемся, сейчас начнется шоу! Бомба установлена! Ну все, теперь держим позиции и не пускаем сюда копов. Там сват со щитами пришел! Крученые макароны, откуда сват-то взялся? Держим позицию, обстреливаем этого копа! Упс, кажется, меня пукан разбомбил, ребят. Внимание, мы потеряли Бэкста. Опять? Да он сдолбал.
Ну вот, ребята, и подошли мои нарезки к концу. Всем огромное спасибо, кто в этот день играл вместе со мной. Было просто очуметь как весело, просто чумачича веселуха была какая-то. А все почему? Потому что мы банда! В общем, господа, с вас лайк, подписка, комментарий обязательно. И давайте попробуем пробиться все-таки в тренды с этим видосиком. Я вас всех обожаю, всем пока и до нового видео, и до новых встреч, до новой сходки банды.